Всем привет, друзья, с вами как всегда драйвер 51.ru. Версия игры, как обычно, у нас крутая, распространена 3.16. Пираточку, значит, можете скачать, которая играет через Steam, 0.3.16 и 13.04.15. Плюс полигоны различные, различные программы для игры с модами, Photoshop для записи видео, партнерскую программу, кто делает канал, хочет монетизировать, ссылочка, все в разделе ссылок в группе будет, ребята, заходите в группе справа, значит, вкладочка ссылки, нажимаете, кому что там надо, ищите, все найдете. Значит, поедем мы, ребята, как обычно, на полигоне Таргана. Значит, сегодня у нас на обзоре будет Волга ГАЗ 31029, доктор Дизель. Значит, посмотрим машинешку. Сегодня выложили, машинка была приватным модом, продавалась, сейчас она, ребята, выложили ее в общак. Значит, давайте загружаться на полигон, посмотрим, покатаем машинку. Стоп, машина. Так, хотел я что-то нажать, эскейп. Убрал, убрал. Давайте поставим ее на полигоне. Единственное, что я сделал, тут ладончик один не попадал. Ставился один на другой. Я его исправил, чтобы он попадал как надо. И вот такая ржавая у нас 29-ка получается. Кайфулька у нас там на месте, все как положено. Салончик присутствует. Такой, ну, в принципе, я из салона редко когда езжу, так мне как-то оно. Камера у нас сверху. Поменял еще звук волговский, тут стоял УАЗовский, ребята. Ага. Давайте заведем. Вот такой у нас автомобильчик. Проблемка тут с дымком, да? Сейчас давайте прям попробуем в эфире его подправить. Так. Классостра, Волга. Волга. Сейчас мы найдем пунктурум. Поставим единичку здесь. Сохраняем файл. Закрываем. И сейчас моментально возвращаемся. Перегружаем ее. Ну-ка. Все. Блин, ребята, исправили. Правда, нет, он что-то не оттуда. Давайте еще раз зайдем. Двинем ее. Чуть назад. Экстракты наконец-то. Давайте здесь поставим. Сохраняем. Подгружаем сюда. Все. Работает. Там не надо. Ну вот, ребята, у нас получается такая ржавая, побитая драндулетка. Видно, что лампочек всех нет. Задний ход у нас. Правая сторона, все, провода отгнили. А ну и здесь тоже одна фара тоже работает. Ну и бог. Можно, в принципе, все это наладить. Давайте посмотрим по дулам. Значит, бампера передний, задний, пластиковые такие, 29-шные, 500 ремонта. Ставим, потом ставим багажник на крышу, 500 ремонта, багажник с сумками на багажник, ставим экстра 4, ага, это противотуманки, 500 очков, фаркоп, ребята, есть, 500 очков, то есть можно и прицепы лепить, есть такое дело. Так. Блять, нет.
остатки для тебя поставить 500 очков. Много ремонта. Так. А, кошак. Кошак это, ребята, вот кошак. Ставится как наклейка на заднее стекло с факом такая. Ну давайте поставим. Саб. Ага, во, нифига тут субвуфер. Колонка. Даже не знаю, она больше на стиральную машинку похожа. Такой сабвуфер жесткий. Плюс значок ставится, да, я так понимаю. Да, плюс значок. Все, короче, колонка у нас тут. На месте. Можно колбаситься. И, конечно, наклеечка стоп-хаб. Но это вообще новая фитюлька. Все, парни нам поставили, короче, приклеили наклейку. Приклеили парни со стоп-хаба на наклеечку. О, у нас что тут и бухло, и, наверное, пивас, дела. Так. И все. В принципе, по аддонам это все у нас ремонт был, значит. Давайте пробежимся по колесам. Колеса, ну, дефолтные, вообще прикольные, как бы такие обычные диски. Резина, как хорошо, смотрите, сделана. Вообще обалденно. Как всегда, доктор Дизель на высоте. О, и понеслось. Колеса тут, ребята, море. Колеса все. Вообще слики какие-то. Беспротекторные. Ага. Вот тут ультик турнира, прям такой есть на самом деле. Но это все поправимо. Ага. Такие колеса прикольные. Вот такие тоже обалденные. Колеса, ребята, море. Кто ковыряется, лепит машины там всякие. Вот тут можно колеса набрать. Этой логи. Но я поеду, ребята, на стандарте. Значит, также еще у нас тут ставятся, ребята, шашки. Тоже 500 ремонта. То есть, может быть, еще и таксишка такая, да? Можно пассажиров запихать, чтобы она грузилась бревнами, да? Поставить прицеп и все. В принципе, она будет возить. Все как надо. Так, давайте, ладно. Шашки мы снимаем. Ставим багажник на крышу. Вот, свет включаем. Ну-ка, посмотрим. Одна фара светит. Одна. Все, значит, задний ход одна. Стоп, одна. Правая вообще не работает. Ну и вот. В таком состоянии машина, поэтому может быть и не работает. Все, все, предохранитель сгорел с правой стороны. Ну все, ребят, погнали, да? Или даже давайте скрин делаем. Или скрин делаем. Давайте скрин делаем потом. Задний привод, ребята. Включаем диф. Даже можно, нет, наверное, не будет включать по диф. Поедем без дифа. В лужу не нужно залазить. Ну, какая она быстрая могла. Возможно, чуть попозже, ребята, я ее поковыряю, налажу свет, скорость, там может быть привыкли прицепы. То есть будем ждать, что все-таки дойдут у меня до нее руки. Так, машинка, моделька обалденная. Ой-ой-ой, грязь. Пачкается все, ребята, все мазюкается. Все как положено. Ну это сжечь только на такой машине можно, скорость очень большая. Ну, для этого есть поговорка, тормоза придумали трусы, да, придумали. Ну мы поедем аккуратненько. Подвесочка работает, и так видно, что замечательно просто. Все обалденно. Гуляет тут, колеса ходят так, как надо. Давайте по воде поедем. Куда тут она шпарится?
вроде нормально пошлять, подустряли маленько. Ничего, сейчас выйдем, я думаю. Давай, 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 давай. Все на макет, теперь это почтится. Давай, Волжан, это все стало. На пол дороги мы почти выехали. Давай, 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 давай. Я думал, засадил, не отползет, смотрите. Давай почти выехали на маяк. Ну... На самом крутом месте. Давайте поможем машинке выехать. Задний привод, если вы хотите, что-то багажу нагружу, да. Все, выдернули. Выдернули и поехали мы сюда на мост. На мост, на мост, на мост. Вот так. Опа-на! Что-то я берю на машину. Парит вообще быстро. Быстро вообще парит машина. Кстати, по баку тут, ребята, 80 литров, а расхода у нее вообще почти нет, смотрите. Можно на баке тут, наверное, карту скатать. Мультиплеер я не проверял еще. Надо будет, ну, время будет, с Пашкой, наверное, проверим. А так, в принципе, машина идет хорошо, мягенько. Притормаживайте перед кочечками и все отлично. Аппарат проходит. Все неровности. Ровности и неровности. Ох, а зря я сюда поехал-то. Е-мое, на задний привод сейчас как встрянул на них. Сейчас уже объезды есть. И руки просто забыл. Да, я бы с удовольствием, знаете, какую бы еще машину посмотрел бы, если была бы 3102. 24-ка тут есть, 21-я Волга есть, 3129. Ну, 29 есть, вот она. 3110 есть, а вот 3102 тут, ребята, нету. Поэтому, ай-яй-яй, не надо туда, ну. 3102, вот в хорошем бы качестве, с удовольствием бы я, конечно, тут понаблюдал. Игра более, как бы, заточена под российские, как бы, условия такие, да. Наши грузовики, наши дороги, наш транспорт, сразу Уралы, да, и почему бы, раз уж тут есть почти все Волги, почему бы не залепить 3102, да? Я бы сюда в основном покатал, за такую машинку здесь. Подостояли немножко. Все, попробуем. Давай, 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 родная. Ну, может быть, ребята, знаете, что нужно попробовать настройки колес залезть, как бы. Попробовать. Крутануть там немножко, и будет она отлично ехать, как бы через эти кахули все. Ну, пойдет. Ну это все, скажем так, я думаю, что, наверное, руки дойдут рано или поздно. Ковырнем вот это дело.
так, в принципе, вообще хорошая, хорошая модель, хорошая машинка. Приятно увидеть, как обычно. Спинтается что-то новенькое. Там был, ух, такая полюбушка. Катался он такой в свое время. Такая комфортная машина. Вообще Волга хорошая машина. Точно так же, как и наш КамАЗ, как наш Урал. Железо там так на броневике. Поэтому приятно. Ну, кстати, как у Азики раньше были, да? А, стрельнов-то я так и не поделал. Ну давайте еще на скорости посмотрим. Хотя, в принципе, я бы даже не стал смотреть, мне так не важно, там 40 она есть, или 50, или 35. На хорошем море можно всегда. Да, я думаю, она под полтос, наверное, выдавит. 46, нет. 47. 48, наверное, да. Ну, в районе. 48, это почти 50, скажем так. Хорошая волжаночка такая. Жал, что не нужно. Так, ну давайте сейчас где-то тут должен быть просвет, как обычно я тут стою. Вот здесь вот. Наверное, вот тут мы сделаем скрин. Такой это будет скрин. Вот. Волга, в принципе, ребята, еще раз скажу, в принципе, хорошо сделано. Текстурка такая не очень четкая, ржавенькая. Ну, в принципе, я на такие вещи внимания не обращаю. Нога там у него там будет торчать, или локоть, или там, я не знаю, еще какая-то ерунда, там мелочи жизни, где-то полигоны, может, сломаны, просто. Понятно, что тем качественнее, тем, конечно, лучше, но за неимением лучшего люди рады и, я думаю, и кривым немножко модом. Ну, багует немножко чемоданчик, да. Ну, мне так, я вот как-то, знаете, если играть, если она в мультике играет, сделать синхронизацию, поставить прицепы, и все отлично, прикольно. Я бы спокойно покатал бы, просто нет на это времени. Хотя, может быть, когда-нибудь и прокатим. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал. Ссылочка на данный автомобиль будет под видео на канале и в группе. Уже вот немножко подправлен. То есть билборда тут нет. Билбордик я потом сделаю, будучи в последующем опыту выложу в товары, да. А так, можете скачать данный мод на STMod в том виде, в котором он есть. А также можете уже качнуть то, что у меня будет под видео на канале. Уже немножко отдончик перенаправлен. Дымок мы тут подрегулировали, да? Ну, а дальнейшая там доработочка автомобиля, он будет попозже. Опять же, мониторьте все это в группе на канале, увидите, как все это дело появится. Еще раз повторюсь, что, ребята, будет розыгрыш игры Battlefield Bad Company 2 лицензия Steam. Как только в группе наберется 2000 подписчиков, игра лицензионная стимовская будет разыграна в группе. Также, как только наберется на канале 2000 человек подписчиков, также я, ребята, проведу розыгрыш. Какая игра будет, пока еще не знаю. То есть определимся, кто-нибудь будет, короче. Будет обязательно розыгрыш. Розыгрыши будут происходить в группе каждую тысячу
прилипшую на канале и каждую 1000 прилипшую в группе. Так что мониторьте, смотрите, подтягивайте друзей, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки, делитесь видео, будьте активны. Все мониторьте. С вами был Драйвер51Рус. Мод можете скачать, ссылочка будет под видео на канале, еще раз повторюсь, и в группе у меня. Также изначальную, без малейших тут маленьких исправлений, можете скачать, ребята, на STMods и в группе SpinTyrus26Rus или SpinTyrusMods. Ну, ссылку увидите, у меня там тоже они в друзьях находятся, в разделе ссылки точно не могу вспомнить. Так что все, автор молодец. По-моему, доктор Дизель делал. Ребята, могу ошибаться, если что, я извиняюсь. Вот. Мод обалденный, достойный, приятно, радует глаз. Так что смотрите видос, качайте машинку. Где качать, я вам уже сказал. Так что все, всем удачи, всем пока.